Чтобы проникнуть в дом похитителя, сотрудникам правоохранительных органов пришлось вскрыть металлическую дверь. Мальчика обнаружили в частном доме буквально в 19 километрах от деревни Горки, где и произошло похищение. На момент спецоперации ребенок находился в доме с предполагаемым похитителем, 26-летним мужчиной. Ребенка кого оставлял? Здесь, говорю, в подвале был, ноутбук убрал. Все это время он вел замкнутый образ жизни, тщательно соблюдал меры конспирации, мальчика на улицу не выпускал. По предварительным данным, мужчина заранее спланировал преступление летом текущего года. Он приобрел автомобиль, а также дом на окраине деревни с подвальным помещением. Обнаружить ребенка правоохранителям удалось благодаря поступившей информации по каналам Интерпола. В теневом сегменте интернета появились публикации, в которых сообщалось о мужчине, удерживающем у себя дома маленького мальчика. По данным следствия, 28 сентября 26-летний мужчина прибыл на автомобиле в деревню Горки. Увидев около пруда мальчика, он остановился и начал с ним беседу, после чего насильно посадил ребенка в автомобиль и отвез его в деревню, где и удерживал до освобождения. В настоящее время мужчина задержан, с ним работают следователи, устанавливаются все обстоятельства и мотивы совершенного преступления. Напомню, первоклассник пропал 28 сентября. Из школы он приехал на остановку в деревню Горки Камешковского района, но до дома он так и не дошел. Несколько недель в Горках работал оперативный штаб. Ребенка искали в круглосуточном режиме сотрудники следкома, полиция, МЧС, военные, добровольцы поискового отряда «Лиза-Алерт». На поиски в Горки приезжали со всей страны. Ребенка искали в лесах, водоемах, с воздуха. Все эти два месяца поиски не прекращались. После спецоперации по освобождению ребенка и задержанию предполагаемого похитителя мальчика осмотрели медики. Ребенок здоров и передан родителям. Расследование уголовного дела продолжается. В частности, правоохранителям сейчас предстоит выяснить мотивы похищения ребенка.